Всем добрый день. Это поселок Кабардинка. Сегодня 16 июля 2024 года. Время 13:30. Меня просили показать Тихий переулок, дом 1. Итак, я стою на улице Абрикосовой. Передо мной начало Тихого переулка. И вот дом 1. Куда смотрит камера? Это проход к морю. Улица Абрикосовая упирается в улицу Миру, чуть левее. И опять повернем направо, прямо идти и выходим на море. Минут 15-10 до моря. Ну, а я возвращаюсь к дому 1. Сейчас машины проедут. Стараюсь все показать. Самый тихий переулок. Кабардинки. Итак, ну, полагаю, подкомнуться можно здесь. Вот территория этого гостевого дома. Сейчас пройду. Вот так вот. Надеюсь, меня не выгонят. Покажу. Вот. Кухня общая. То есть, так понимаю, здесь именно гостевой дом, готовить можно самим. Трехэтажный. Думаю, на первом этаже всякие службы находятся, а сами номера второй и третий этаж. Практически два входа. Здесь мусор. Так полагаю, это какие-то кабинки, то ли. Тут нет, туалет не написано. Душевые, а вот правильно. Стоят, видите, наверху. Емкости. Это душевые кабинки. И вот парковка. Вот эта парковка именно этого гостевого дома. Сейчас. Если немножко подождете, я посмотрю, как он называется. Что-то нигде не написано. А у меня замарчено. Так, сейчас, секундочку. Алабель, вот так называется. Это гостевой дом. Алабель. Если мне, конечно, правильное название прислали в комментариях. Потому что здесь что-то не очень название. Ну а теперь пройдусь я по самому тихому месту Кабардинки. Вот уже дом 3. Тихий переулок, дом 3. Дом 5. Ну, в общем, трехэтажные здесь сюда, гостевые дома. Вот единственное исключение, четырехэтажный. Следующий. Тихий 7. Август. Вот это Август. Свободных номеров нет. Мини-отель Август. Парковкой тут сложно. А, еще один август. Что-то там август. Два корпуса. Два корпуса август. Понятно.
там вот от гостевой. А там мини-отель написано. Нет, это все вместе до корпуса. Понятно. Это одно и то же. Ну, с... ну, можно уже отелем назвать. Да. А лобби есть, да? Лобби? Лобби. Ну, имеете в виду... Нет, там без питания. Нет, регистратура вот такая. А, регистратура. Отель, ну, холл. Здесь. Холл есть, да? Все здесь. А с парковкой беда, да? Парковка, ну, мы вчера стояли вот с той стороны. Я видел, да, с той стороны, да. Вот, и здесь. Ну, у всех места это, свои, вот, в каждом гостевом доме. Ну, да. Ясно, спасибо за информацию. А что, симпатичный. А внутри соответствует наружному? Да, да, все идеально. Ну, отлично. Понравился мне этот август. А правда тихий переулок. Вот только сейчас выхожу на Абрикосовую, пошла уже музыка, работа двигателей, кондиционеров. Тихий 6. Пивная лавка. Здесь самое свежее пиво. Ну что, магазинчиков здесь достаточно. Столовых тоже достаточно. При каждом отеле есть столовые, кафешечки. Вообще Абрикосовая, на мой взгляд, для отдыха самая благоустроенная, что ли. Единственное, конечно, узковато для такого трафика и потока людей. Вот таверна Борщ, кстати, очень неплохая. Столовая, домашняя кухня. На мой взгляд, великолепное место. Даже не столько Абрикосы, сколько тихий переулок, действительно. Он действительно тихий. Вот для сравнения, иду сейчас по Абрикосовой. Музыка, шум, сигналы. Пожалуйста. И снова сейчас зайду на тихий переулок. Хамелеон. Хамелеон. Ахиллеон. Устал я снимать видео. Я часто стал оговариваться. И спотыкаться. Ну, жара. Уж извините. Сейчас, наверное, градусов 38 уже, а на солнце-то за 40 точно. 45, наверное, где-нибудь. И вот тихий переулок. Снова возвращаюсь. Вот, пожалуйста. Уже тихо стало. И цикад здесь, кстати, мало. Вот одна. Цверкает. А так тихо. Вот здесь вообще великолепно, мне кажется.